Всем привет, друзья! Очередной день из приключений трактористов. Снова мы на базе хозяйства Мелеховых в деревне Зорино. Время 7 часов 13 минут. Уже завели технику, приехали сами на УАЗике. Здесь его пока оставим. Выезжаем на поля, пробовать будем культивировать. Вчера ничего не получилось у нас. Сегодня погода вроде бы нормализовалась. Сегодня вообще даже не облачко, тепло. Будем перекультивировать поле в 60 гектаров, на котором начали сеять рапс. Трактор ЛТЗ-155 с нами будет. Будет ждать, когда мы будем ему задел делать. Ну, посмотрим. В принципе, там еще вода стоит. Как будет подсыхать, будем начать пробовать. Пойдемте. Максим Сергеевич. Здравствуй, Олег. Здравствуй. Он сначала вспоминал долго. Заправились. Ну, поле еще сырое, только верхушки вот серые подсыхают, а так сыро, еще сыро. Ну, мы сейчас поедем опять на край, где Серег закончил сеять, по маркеру начнем по краю где-нибудь отступим, отрезать. Пока стоим. Сыро, друзья, очень сыро. Олега пробовал, блядь, три раз крутанулся. Тем более, всю солому, которую мы тут все заделали, она несколько подсохнет. Не знаю, вас за что-то получится еще. Придется Серёге сеять, чуть походя, наверное, по такой. Ну, в общем, решим, позвоним, узнаем. Сыроват. Верхушки сырее, это все, что мы низ сырой подымем, когда он сеять сможет по этой сырой, нахуй. У него сейчас все сошники забьются, нахуй. В общем, ладно, пойдем покурим, а я чайку попью с оладушками, наверное, позавтракаю. Будем ждать. В общем, бросили мы это поле, Серега поехал сеять так, приехал начальник, объяснили ему ситуацию, то, что сделаем только хуже, так как сыро. Решено опять вернуться в то поле, которое мы вчера с Олегом начали пробовать.
чуть-чуть выехали, уже все налипло с поля. Ух ты! Что, Олег? Пробую ехать. А что ты заглушил трактор? А? Ты что трактор заглушил? Ты думаешь, здесь сейчас пойдешь? Пойдет. Пробую. Вчера пошло. Можно я попробую? Пробую. Ты мне разрешаешь? Конечно. Че тебе так пружина-то, блядь? Хуёво себя чувствует. Все, мандец есть, что пришел. Поеду попробую. А пружина просто как сжалась она, когда опустил. Пробовали, встали. Налипает сильно на колеса. Но с обеда пойдет. В принципе, сейчас немножко может подсыреет верхушка. И будет нормально. Ладно, подождем. Ну, давай, ладно, буду обедать. Сеет? А? Ну подожди, я сейчас поем, нах. Ну ты без меня поешь, нах. Время еще мало. Ты, блядь, больше меня сделаешь, нах. На круг, нихуя себе на круг, блядь. Деньгу зашибешь сразу же, нах. Так, пообедали мы пораньше чуть-чуть. Олег, блядь, подогнал меня. От Жигули, от коробки передач. Вот эту ручку с карасями на середку я прикрутил. Он себе прикрутил на режимы, на скоростя сюда. Поедем пробовать. Дали, конечно. Сыр, блях, муха. Земля как пластилин. Ну, будем работать, в принципе. Я остановился. Что у меня? Вот эта лапка. И вот это. Ну, вот это больше. Угол атаки в ней. Завернут кверху. В общем, носик не зарезается в землю. Она не всегда культивирует. Вот нужно ее при помощи стойки отрегулировать. Сейчас чем займемся. Очень страшная жидкая лощина, которую стараюсь аккуратно продисковать, ой, прокультивировать.
Какая гадость. Находка. Поилка для коров. Для крупнорогатого скота. Чугунная. Ну, подберем. Чтобы не валялось. Пошла уже за 90. В принципе, это рабочая температура. Но у меня подкапывает кранчик. Я думаю, маловато. Заодно хотел поприкалываться. Знаете, в чем прикол? Вот здесь вот болото офигенное, да? И мы не можем насквозь ходить. И охотники поставили вон там вон чучело. Стаи гусей, а чуть в стороне вот он там построили, видите, да, шалаш. Но самое интересное, что живые гуси находятся прям на той стороне, метров 300 от дороги. Мы их спугнули, правда, они перелетели на другое болотце, ну в метрах 150, может 200 от нас. Еще они чуть-чуть поставили вот тут. Но я уж не буду приближать, еще здесь стайка. Сейчас подольем водички и поедем. В Ряжске. Говорю,
поохотиться, говорю, ё-моё, сезон открылся вчера. И, в общем, что-то, блин, говорит, ну, позвоню ребятам, если будет желание, приедут. Тем более, никуда лазить не надо, прям по асфальту подъехать, пройтись 200, там, 250 метров, и дичь уже будет в кармане. Ладно, поехали. Вот и все поле такое, только успевай рулем крутить. Дела. Блядь, я сунулся. А здесь. Ну я не знаю, здесь вот до конца все суглинок. Здесь вообще сквозного проезда нету. Блядь, и Олег что там встал, наверное. Не, Олег едет. Я почти взад выехал, блядь. Но у меня культиватор складывается. А вперед суваться мне уже больше не хочется. И прямо чуть надо сдать. Вот не знаю, что делать, блядь. То ли, блядь, Олег попросить, может, культиватор сюда ткануть, блядь, турасом, нахуй. И он мне не едет. Мне его надо пошевелить рулем, блядь. А я его сейчас сложу. Ну там все. Здесь вот кузова нет проезда. Здесь суглинок болотистый. Гляньте, что есть. Это я с чудом отсюда выехал как-то, блядь. Можно попробовать еще раз вперед, в клею, блядь, сунуться. Ладно, здесь надо двумя руками работать. Леонидович тоже побывал где-то заебись. Здесь в грязи приехал. А?
так на подъехали, блядь, да? А? Немножко было от того угла, блядь, сюда я вытащу. Попробуй тихонько. Ну не надо, блядь. Он под прямым углом завернулся, видишь, он уж выехал, а не могу. Сейчас приподниму, подожди. Стой. Хорош. Не надо. Взрывается, алё. Дерево пьёт. Вперёд. Друзья, в принципе, выпрямил, получилось. Выехал, но оторвал цепочку. Наборник. Надо ее прикрутить. Так, на 17 возьмем ключик. Придется до этой лощины вот этой ходить. Потом уже за ней. Вот крайняя порона. Сейчас цепь нарастим. Точнее, соединим. Тут так уже все на болтах. В принципе, вот сюда вот можешь попробовать одеть звено. И вот болтик, кстати, есть один. О. Ладно, сейчас сделаем. Итак, друзья. Димка только что забабахался дважды. Первый раз забабахался. Его вытащил Олег Леонидович. Потом зачем-то сдал вперед и второй раз забабахался. В общем, то, что вы тянули, ну это вы сможете смотреть, перейдя по ссылке чуть выше, в отдельном видео. Начался дождь, я весь промок, снимаю ролик. Везде глина, везде бяка. Ладно, попробуем еще что-нибудь поделаться и, наверное, ничего у нас не получится больше, раз вот дождь еще капнул. У нас дождик идет. Я вон нагреб, буксую трактор. В общем, наверное, пока что будем стоять и ничего не делать. Чай попьем. Докружили мы пятачок, в общем-то. Чистимся. Все сыро, все налипло. Ужас просто. Пойдем почистим. Лом возьмем. У меня там тоже все забило. Приехали на эту сторону от того болота, где мы стряли. Он Леонидович опять, блядь, залип. Еле проехал. Сейчас будем здесь что-нибудь пробовать. Культивировать. Посмотрим, что выйдет.
залип. Не сильно, но залип. Как же колебало это поле, а? Одни топи, блядь, одна глина, нахуй. Пойдем ворона пускать теперь. Охотники все ходят, ставят приманки. Но безуспешно у них. Чё? Чё? Чё, Оле? Оле? А, давай. За все, наверное, третий или четвертый раз. Скорость выскакивает. И включаются две скорости. Короче, там что-то все и износилось. Он уже третий или четвертый раз снимает рычаг скоростной. Управляет на место. И вот каждый раз все хуже. Тут хрустнуло. И все, и мандец. Не знаю, скорее всего, наверное, на ремонт так и встанет с нею. У него есть сцепления практически нет, он скоростя включить практически не может. Ему приходится по 15 раз дергать режимы, рычаг на руле, который. И то это не всегда помогает, даже глушит иногда, чтобы включить скорость. Все, друзья, наши мучения на сегодня закончены. Сложились. Едем до базы Мелиховых. Благо, она недалеко. Вот она. Но ток самых ним. Вон. За тем красным. Бывшим коровником как раз. Ихняя стоянка. Часов вечера, друзья, возвращаемся после тяжелого трудового дня. Поле, конечно, блядь, адское. Это адское, это тихий ужас. Это просто пластилин, суглинок, ни одного серого участка сухого. Все просто в каком-то, бля, не знаю, все блестящее. Ничего не отличить, где болото, где твердый грунт.
В общем, намучились мы сегодня капитально. Не знаю, завтра, наверное, нас оттуда отправят куда-нибудь в другое место. Ладно, друзья, всем пока. Оставайтесь с нами, смотрите. Впереди, думаю, еще много интересного. До встречи.